Идея высадки аллеи возникла осенью 2022 года во время встреч главы Самары Елены Лапушкиной с жителями микрорайона Волгарь. Работы разделили на несколько этапов. Первые деревья – это 331 пирамидальный тополь. Высадили еще в сентябре. Эта аллея призвана играть роль зеленой зоны между предприятиями, расположенными на территории Куйбышевского района, и жилой застройкой микрорайона. Жители микрорайона Волгарь неоднократно обращались в администрацию городского округа Самара, в администрацию Куйбышевского внутригородского района по вопросам постороннего запаха в воздухе. И вот по итогам многочисленных встреч с жителями было принято решение о посадке зеленой зоны деревьев. Сегодня продолжили. Волонтеры, местные жители, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» высадили еще 135 саженцев пирамидального тополя. Выбор пал на этот вид дерева не случайно. Специально сажаются пирамидальные тополя, чтобы они сомкнулись между собой. Если вот сейчас вы видите, первый ряд идет и посередине второй ряд. Тополя – это самые лучшие деревья, которые влияют на экологическую обстановку. Очень они хорошо выделяют кислород и поглощают углекислый газ. В этом году здесь планируют высадить еще 200 саженцев. Инициативу городских властей активно поддерживают местные жители. Увидели, как сажают деревья, решили принять активное участие, потому что хотим, чтобы у нас был очень красивый вид из нашего окна. И мы же здесь живем, а хочется, чтобы было чисто, красиво, опрятно. И вот ребенка тоже приучаю. Всегда стараюсь во всем принимать активное участие, быть примером для него. Следить за состоянием саженцев, ухаживать за ними будут сотрудники администрации Куйбышевского района, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» и местные жители. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.